на не. La mer. La mer. On va danser le long des golfes. On va danser. Я в Париже. И в красивом падике вообще-то. Да, в Париже в падике. Дашь мне зонт? Кого? Зонт, или ты без зонта шла? Наверное, нет, без зонта была. Вика! Вика! Привет! Мерси. 20-30-50 минут. Мой будет дождь. Нам вентилятор мешает. Нам мешает, это, как это сказать, отсутствие квадратных метров. Ну, здесь балкон, конечно, можно на балконе чуть проще. Ну, есть, да. Удобно. А он, кстати, писал, что тут есть утюг. Я не знаю. Где гладить? Ну вот, есть, смотри, столик можно разложить. Где? Да, но в отчаянии. Женское отчаяние выглядит вот так. Контролируйте ситуацию. Там грязно, да? Есть блузочка, которую надо погладить. Ты все решила снимать? Я ее не гладить не буду, потому что ее не помяну. Но меня ее и повесить сегодня. О, ну что? Такое ощущение, что мы просто живем в коридоре, в предбаннике. Да, это комната для прислуги, реально. Чем для самой нелюбимой. Хорошо стоит. Что она фоткает? Она фоткает туалет Deluxe London. Лухари. Лухари ванаби. Просто Траволта. Почему? Потому. Да, крысы. Очень отчетливо вижу крысу. Paris sera toujours Paris. Как вы себя чувствуете? Мулен Руж. Потому что мы где? Париже. Париже. Париж. Париж. В общем, я вам скажу так, обслуживание говно, компания норм. У тебя ниточка, знаешь, как от одежды видно? Вот. А еще Владюре очень странная публика. Ни на что не намекаю, но мы ожидали более ванильное. Как-то так. В общем, я попросила Дана меня снять, чтобы показать вам здесь вот все вот это вот пирство. Мы, короче, да, вот это, как это было? Это не сладкий тост для дюре с хумусом, с говном, с авокадо. Это сладкий панпердю. Ампердю, да, с грушей, с мороженым, с карамелью. Это маленькая тарелочка вино ассери. Это все, что можно мазать. Я вообще не знаю, что это. Честно, откуда? Я просто это заказала. Ты заказала просто бриошь? Да. Ладно, и кофе. Но на самом деле, я очень разочарована. Я разочарована вообще во всем вот этом происходящем. Я разочарована в сервисе. И я разочарована в том, что в меню нет макарон. И мы пришли, вот реально фоткаться можно только в эту сторону. Мы уже с Даной менялись местами, потому что заходили меня в нехороших вещах. Но это к тому, что здесь как-то
контингент вообще не тот, что reality expectations вообще как-то не клеится, из-за этого мне такое просто... Почему здесь так много мужчин бородатых? Это же дичайшее место. И здесь просто отвратительное обслуживание. Я не знаю, как мы будем потом просить счет, потому что нам вот это все приносили миллиарды лет. Ну теперь я надеюсь, что это будет хотя бы вкусно. Дорого, но хотя бы вкусно. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Давай, погнали. Кушай. Когда ты пришел из Лухари места в Лухари место. Вкусно. Кутно? А что ты нюхаешь? Что ты нюхаешь? Пищи флора. Да-да, да-да. Аква Аллегрова. Гиалурон. Хорошо, гиалурон. Очень красиво. Тут почти нет людей, потому что все либо сидят на первом этаже, но, я так понимаю, работница прошла мимо и сказала, поднимайтесь на второй этаж, там очень красиво. И мы поднялись, и тут очень красиво. Вот. Вообще смешной блок из Парижа, я чувствую, будет абсолютно неповествовательный. И... В общем, тут все-все-все духи, которые можно понюхать. А вот это я почему-то всегда читаю как жуайёс, туберкулез, хотя это не так, но я читаю это так. И, в общем, это неправильно. Я не одобряю сама себя. И туберкулез. И туберкулез. В общем, да. Хочется теперь-то тратить деньги. Хочется, но я не буду этого делать. Я воздержусь. А ты? Тап-тап. Безумие! Безумие! Пошли налево. Пошли налево. Дору! Я снимаю. Да, она тоже нашла туберкулез. Туберкулез по имени Анжелика. Потрясающе. Давайте понюхаем, как он пахнет. Смотри, диджей клип! Почему? Дана, почему здесь играет Тимати? Потому что я люблю Тимати. Он не похож на русского, но он слушает русское. Я Вика, и я на колонии Бюрена. Я учила историю искусств, и это меня ничему не научило. Просто знаю название чуваков, которые делали странные вещи в Париже. Приходите, фоткайтесь. Приходите и фоткайтесь. My precious book. My precious friend. В общем, мы хорошо покушали. И тут есть страус. Это не я. Я не смогу сделать продуктивный влог, потому что рядом Дана. У нас очень много плохого юмора на грани. У меня страус на голове. Дана, скажите, пожалуйста, а что вам понравилось в Париже уже на третий день? Башенка. Ну, у вас... Башенка. Башенка. А вам? Мне не понравилась башенка. Башенка. В общем, на самом деле просто случилось то, что происходит очень часто с людьми, которые в первый раз в Париже и в миллионный, что кто-то показывает башенку и говорит, надо ближе к башенке. Я говорю, мы и так близко к башенке, смотри, она есть на фотке. Говорит, нет, мне нужно, чтобы она была вся. Я хочу ее лизнуть. Ну, типа того. Понюхать башенку. И я как человек, который быстро раздражается, естественно, я раздражаюсь. Но при этом понимаю, что когда я первый раз была в Париже, у меня тоже было, я была как моль вот эта из мема. Такая лэмп, такая бешенка, тауэр, тауэр. Я просто шла на нее, поэтому я стараюсь держать себя в руках и челку тоже. И идти к башенке. По иронии судьбы, мы сейчас идем к башенке, но на самом деле идем за макаронами Пьер Эрме. Нужно будет потом вам рассказать... За макаронами Пьер. За макаронами Пьер Эрме. За... Перекусить. Перекусить, побаловаться, заморить червячка. А, да, легонечко. Легонечко. Изи-чизи.
И я не знаю, я, по-моему, еще не успела поделиться конкретным отзывом о Ле Дюре. Но спойлер, это уже ужасно. Убого. Днище, это днище, это говнище. Извиняюсь за такие слова, но это так. И мы сейчас идем еще в первое попробовать макароны, просто чтобы сравнить хотя бы уровень макаронов, потому что... Потому что макароны вкусные, в принципе. В... Ну, да, ну как бы норм. Ну, типа, они, да, они хорошие, они свежие, они мягкие. Ну, вообще вся но... кондитерская тема, у да, них норм. Да, кондитерская норм, но именно есть там, это немножко зашквар. Потому ну, что есть... обслуживание ужасное. Я не знаю, да. как это было бы, конечно, в Москве. Мне прям, знаешь, мне с одной стороны хочется поехать в Москву и проверить специально, какой будет уровень обслуживания, ну, в странах СНГ, в таких местах. Но что-то мне подсказывает, что будет, ну, просто миллион раз лучше. Ну, потому что просто, ну, не тяжело продать какашку и сказать, плати за это миллиарды денег. Ну, да, такой фейковый лухари. Ну, такой лухари в Анабии, да. Потому что, ну, да даже в Латвии не прокатит, потому что мы шарим, что, типа, ну, нет, это дешево, это плохо. Да, и... Ну, там было все плохо. Было плохо то, что нам не принесли все приборы, необходимые для того, чтобы поесть. И не имею в виду, что не принесли ложку и вилку, а принесли вот конкретно вилку, нож. И все. А есть еще масло, есть еще джем, есть еще варенье, есть еще много каких-то вещей на столе. И мы такие, ладно, допустим, закрываем глаза на это. Кофе был холодный, это был практически кофе без кофеина. Да, он очень водянистый был. Да. А, я сахар бы не назвала галимый, это да. капучино. Да, сахар был просто галимый. Тебе он не понравился, я не пью сахар. Да. Сахар. Ну вот. И сахар был галимый, просто в конец, и обслуживание ужасное. И я и вот серьезно всей души говорю, не ходите туда. Мы туда сходили просто, чтобы закрыть этот гештальт, типа, ну, Франция, Ле Дюре, ну, логично, все смешалось, как в винегрете, да? Но не надо. Ну, нет, брать макарончики там, конечно, стоит. Ну, вот зашли, купили, пошли гулять. Да, взять разных вкусов, потому что они вкусные. Ну да, они трушные, типа это. Типа, да. Настоящие. Представляешь, что ты как Мария Антуанетта ешь эти макароны. И такая, думаешь о нем. Ну, о всех. Ну вот, а именно как бы обед, завтрак, это... Зашквар! Не то пальто! Грубо говоря. Ну да. Но мне еще сказали, что, конечно, здесь Ангелина. Я вначале хотела пойти в Ангелину, потому что думала, что это менее попсовое место. Но... Там примерно такое же самое говно можно получить за те же самые деньги и то же самое. Не ходите в Ле Дюре и в Ангелину. Где Варламов? Я держу Варламова. Варламов на ладошке, и жизнь немножко лучше. Пойдем дальше. Ну, что мне, кстати, очень умиляет во Франции, это то, что вот сеньоры, пожилые люди играют в питанг. Это вот прям традиционно, в каждом парке почти есть поле для питанка. Это, короче, игра. Я один раз пыталась играть, мне ничего не получилось, но... Да, это такая чисто европейская тема, по-моему, потому что Дан сказал, что в Цюрихе тоже играют, но молодые тоже. Немножечко парижанка. Просто немножечко фактов о уровне везения. Вы видите Эйфелеву башню? Нет, не видите, потому что она за деревом, но вы бы ее и так не увидели, потому что она не горит. И связано это с тем, что... Точнее, нет, давайте издалека. Да, она очень хотела башенку. Это она. И мы прям специально ждали в городе, чтобы мы приехали посмотреть на башенку, как она будет искриться, как... Игристое вино, вся вот эта фигня. И мы находим офигенную локацию, ну, через Инстаграм, чтобы, ну, красивенько это заснять, сфоткаться и все такое. Ну, Инстаграм став. И аж отсюда видно чуть-чуть, вот, не горит. И мы смотрим, вот час будет, ну, искриться башня, как она это делала час назад, и она просто потухает. И мы такие, а, может быть, это какая-то заминка? Вдруг... И прошло уже дофига времени, и она не горит, и мы такие, ладно, идем дальше. И я нахожу новости о том, что сегодня с утра умер бывший президент Франции Жак Ширак. И в честь этого погасили башню, и непонятно, это будет на всю ночь, либо вот на час. Но мне кажется, на самом деле, надолго, поэтому просто такие... Классно, мы просто долго ждали, пили вино в дорогом ресторане, чтобы просто подождать, и такие... Oh well, завтра мы улетаем. Из новостей это все. Вы когда-нибудь видели негорящую башню? Я первый раз вижу ее негорящую.
Вот, собственно говоря, башня, которая решила, что нет. Вот и головы туристов. Ну, вот, да. Ну, не знаю, как вы, но я никогда не видела башню в таком состоянии. Обычно она погасает, короче, не светится. Тогда, когда в мире происходит какое-то несчастье, террористический акт, акт соболезнования, она еще иногда подкрашивается цветами других наций, но я этого никогда не видела. Я сейчас просто вижу голую башню, у меня такое... Ладно, я понял. Ну да, первый рефлекс был просто, надо зайти на Евроньюз и понять, что там происходит, потому что неспроста. Демонстрация скорбящей башни, пожалуйста. Настолько маленькая квартира, что завтрак в постели оформляется так. А так мы делаем чай. Это ложка к варенью. Лухари лайф. Пишите хэштег Лухари Пэрис лайф. Завтрак в постель. Детский телефон ебанутый. Не ругайся матом, я снимаю. Ёб вашу мать. Короче, я уже почти забыла это сделать. Мы уже выходим из квартиры. Ключи, кстати, мы оставили здесь. Да зачем? Зачем они? И просто показать, насколько там маленькая хатка. Ну вот, типа, вот это все. То есть я спала здесь. Вот. Спасибо за демонстрацию. Но вид, на самом деле, не такой уж и плохой. Он на парижский вайб. Но, честно говоря, я оставлю ссылку, как я всегда делала, чтобы вы посмотрели на это все в реальности. Но тут много косяков в этой квартире. Тут как-то пахнет сыростью немного. И тут пахнет стухшей водой почему-то. Как-то чайник этот горелый. Ну, в общем, ну... Душ. Ну, в принципе, не, ну, жить можно, но... Ночью 3 дня. Ночью 3 дня. Я закрываю, да? 3 дня, да. И здесь такой вот богемный подъезд. Сейчас закрою дверь и сниму дальше. Ну вот, вот тут уже выглядит лухарно. Мы жили там, в комнатах прислуг. Мне кажется, мы просто в гардеробе чем положили. И вот такой вот красивый подъезд. Такая вот красивая Дана. Там очень красиво разветвляются лесенки. Обычно же, ну, ожидается, что все идет по периметру, но там в одном месте не так жил-жил, вот прям совсем празднично. А тут прям очень узкая была, потому что комнаты прислуг. Ну и вот так вот выгляжу я на фоне всего этого парижского падика, дворчика. Сейчас помогу Дане выйти, потому что я друг, а не сундук. А второй друг сундуком. Ты не будешь выходить, да? Ладно. No means no. Просто пока время есть, могу вам показать цены на продукты во Франции. Ну, то есть как-то вот на что-то явно дороже, чем в Риге. На что-то не явно дороже, чем в Риге. Например, огурцы у нас по 5 евро килограмм не стоят, это точно. Мясо. Что еще? Что еще могу сказать? Хлеб. Я снимаю цены просто. Я раньше думала, что ой, как круто, можно привозить вот эти все штучки в Ригу, потом оказалось, что они продаются в МС-квадрате, и, в принципе, цена не особо отличается, поэтому так, ок. Понятное дело, презервативы, но это что-то новое. Это солями презерватив. Почему? Нет.
за мной. Ламе. Ламе.